Всем привет, с вами снова Виталий Нибол. Сегодня небольшая инструкция от меня. Сегодня коллега по работе принес мне телефон, у которого был интересный глюк. А именно, при звонке на этот телефон, как бы звонящему приятный женский голос говорил, что абонент не в сети. Это несмотря на то, что у телефона в верхнем правом углу горели там все значки, говорящие, что как бы все, телефон работает идеально. То есть мы переставляли с ним симку, вытаскивали симку, протирали симку, даже там, несмотря на то, что это мало ли не контакт и так далее, перезагружали телефон, соответственно, ничего не помогало. Проблему решило следующее переключение функций, показывая. То есть у меня телефон Xiaomi, но принцип действия как бы на всех телефонах примерно один и тот же, немножко меню отличается названиями, но главное, вы просто как бы вот сейчас поймете, что нужно сделать, и дальше уже в своем телефоне по меню уже сориентируйтесь. То есть заходим в настройки, дальше сим-карты мобильной сети. В моем случае, то есть как бы я вот захожу в настройки сим-карты 1. Далее, опять же, на Xiaomi, то есть это у меня вот меню, которое отвечает за это предпочтительные сети. То есть если вы в телефоне никогда не заходили на настройки, ничего не меняли там к операторам и так далее, у вас по идее должно здесь стоять 4G LTE, ну как бы это 100%. То есть на данный момент мы переключаемся в 3G, то есть как бы у вас сейчас увидите, то есть как бы после переключения в верхнем правом углу произойдет небольшая перезагрузка сети, то есть у вас изменятся значки, там у нас там был 4G, стал H, да, то есть если мы переключимся на, или там никакой там H вроде, да, H+, то есть если мы переключимся на 2G, там уже будет там вообще Ешечка гореть. То есть после этого сим-карта, как бы точнее на сим-карту уже можно спокойно звонить, то есть вы будете отвечать. То есть здесь нормальный вопрос, а как мы будем там пользоваться и так далее, сразу вам скажу, через пару часов ко мне пришел этот коллега, да, то есть мы с ним переключились на сеть 4G, и у него как бы все нормально работает. То есть я это отношу к тому, что у оператора произошел какой-то, наверное, глюк. Но в момент, чтобы у вас телефон работал какой-то вот промежуток времени, то есть вам будет достаточно, то есть ничего страшного, там посидите как бы там на мобильных сетях, то есть как бы там 2G или 3G. То есть самое главное, задача — это переключение как раз вот между вот этими сетями. То есть в основном, как бы я вот почитал, что 100% срабатывает на 2G, ну здесь на самом деле как бы это не имеет роли, да, то есть потому что это буквально там максимум там на пару часов, может быть вообще там меньше даже, чем на час. Поэтому я надеюсь, данная инструкция, может быть, вам спасет большое количество времени, да, то есть я на нее достаточно такого количества приличное время потратил. Еще момент, если вам не может дозвониться один, то есть, ну, как бы абонент, да, то есть, ну, здесь уже смотрите, что вы добавили его в черный лист. То есть, как бы данная ошибка можно инициализировать, когда вообще звонки не поступают на телефон. То есть, если как бы только один, проверяйте черный список на телефоне. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Всем пока!